сорт острого перца хабанера Святой Мартин. Это интересный сорт перца. Видите, какой он морщинистый. Очень-очень сильно морщинистый. Острота у этого сорта от 150 до 300 тысяч единиц по шкале Сковеля. У него очень интересный и необычный вкус. Он очень-очень интересный. У него дымный аромат, фруктово-пряный. Там перемешку дымным и пряными ароматами. Срок созревания у такого перца 100 дней. Высота кустика может достигать до 1 метра. Это довольно высокоурожайный сорт. Посмотрите, сколько на нем плодов висит. Он прямо усыпанный. У меня тут кустики не превышают высоту выше 50 сантиметров. Видите, какие необычные у него плоды. Он созревает от цвета зеленого, потом становится оранжевым. Вот. Потом переходит вот такой вот цвет и становится уже красным. Это необычно красивый сорт. Этот сорт весьма неприхотлив. Его можно выращивать как в открытом грунте, так в тепличках и на подоконнике. На подоконнике высота в него будет не превышать 40-50 сантиметров. Можно сказать, как бы среднеострых. От 150 до 300 тысяч единиц. Чем больше будет влаги, меньше света, не так жарко будет, умеренная температура, будет где-то в пределах 150 до 200 тысяч сковелей. Он обильно плодоносит и очень большой урожай у него. С одного кустика можно снять до 2 килограмм таких перчиков. С них получится очень хороший и приятный соус с дымным ароматом. Все хабанера практически имеют один вкус. Но вот оттенки у этого вкуса есть разные. Есть фруктовые, есть дымный аромат, есть пряный аромат. Вот у этого сорта присутствуют все ароматы, какие только есть у перца хабанера. Очень приятный, очень хороший сорт. Так что советую выращивать у себя такой дома. Агротехника выращивания ничем не отличается от выращивания сладкого перца. Главное, сильно не переувлажнять его. И у вас будут большие урожаи. Всем пока. До новых встреч.